Петровна, есть к вам. Я вот еще раз хочу озвучить вопрос. Вы все понимаете, что отчет – это лицо организации. Это и для доноров, и для нас. Вот и следующий конкурс, если у вас плохо сделано, мы так придем сидеть и просим вас черный список. Я сейчас пойду еще много времени займу. По нескольким показателям, то, естественно, при постели будет отдана той организации, которая вовремя и хорошо сдает отчетность. Еще хочу сказать по срокам. Пожалуйста, не затягивайте с отчетами, потому что накапливается по 20-30 отчетов. Вы тоже люди, нам тоже хочется есть спать и как бы не только работать, поэтому, пожалуйста, постарайтесь отчеты сдавать вовремя. Ну и, соответственно, все бухгалтера сами понимаете, что вот вы просто когда взяли отчет в руки, вот представьте, что вам его надо проверить. И вот вы смотрите, вот я тут все понимаю, вот и человек, который будет проверять, ему все понятно, все есть документы. Ну, то есть как-то вот так, посерьезнее, потому что, честно говоря, очень отчеты, мало хороших, очень сложно проверять. Да, давайте теперь у вас вопрос. Это я свои просьбы и пожелания. Вот у нас, например, по шифтворне, да, мы чуть-чуть по шифтворне. Да, вот она часто не понимает. Ну что, и ИП, да, у нее может не быть кассы. Сейчас разрешается индивидуально. Счет у нее тоже нет. Спасибо всем.